тихо ты. Без крепких словечек мы снимаем. Надо хайпить, какую-нибудь гадость творить. Дима, ну наглость, второе счастье, че, пусть молодец. Она так сказала? Говорит, да зачем ты мне худой? Я тебе сейчас кросс, а, на фоне делаю. Всем доброе утро. Я еду в детскую на скейте. Так, обруливаем. Вика, привет, встречай отца. Викин скейт сгодился. Да тихо ты. Оп. Ну блин, я хочу на скейте покататься, но я буду все сломать. Мне приходится вставать не дома, так бы я классно ехал. Я буду это делать. Чего вы тут собрались сделать? Мы будем сегодня делать мыло. Мыло варить собрались? Мыло варить будем. Своими руками. Главное, чтобы не моими. Руками. Нет, своими давайте. Давай прочитаем, Вика, правила. Инструкцию. Так, не растаскиваем, не растаскиваем. Стой. На, вот пакетик. Так, заканчиваем съемку. Мыло отменяется. Нет, не отменяется. Парень, давай. Не надо так себя вести. Мы одеваем перчатки. Готовимся. Делать мыло. И мама одна перчатка. Нам по одной с тобой перчатки достанется. Сейчас нам надо ее расплавить в микроволновке. Только очень аккуратно. Очень аккуратно. Ура! Сделали все фарточки. Какая красота будет. А теперь полчаса надо подождать. 10 плюс 10. Так, пишите. 20. Сипаса, блин, какие сердечки. Вау! Яркое такое получилось. Так, у нас сегодня снова на обед один из наших самых любимых супов. С пастой том-ям. С морепродуктами, да? Вон, ребенок морепродукты жует. Ну все очень горячее, мы только что его налили. Мы спешим. Мы торопимся, поэтому. Нам Вику надо отвезти на занятия. Поэтому едим кипяток. Ну все. Все, успеваем вроде. Но в последнюю минуту с Викой едем на занятия. Модельное агентство. Вика выпросила телефон, смотрит мультики в машине. Такое мы с утра хотели погулять, но мы не пошли гулять. Потому что сногсшибательный ветер и минус 13, это, конечно, такая смесь. Вообще несовместимая с прогулками с детьми. Мы подумали, что мы одеваться будем дольше, чем мерзнуть. Поэтому просидели утро дома. Здравствуйте. Садись, мама. Что мы поздно? Можно без крепких словечек? Мы снимаем. Подставляешь лично. Да вообще. Мы же блогеры. Мы должны прилично себя вести. Или очень неприлично, тоже вариант. Очень неприлично набирает много просмотров. Мы приличные. Мы пока никак много не наберем. Надо хайпить. Какую-нибудь гадость творить. Вот. Так что давай, побольше крепкого словца в кадр. Иди ты. И будет у нас просмотр. Таня, вон Викину варежку примеряет. Говорит, как раз. Только забыла варежки. Ага, ну сейчас едем за Викторией. Решили все вместе, то... Ну хоть, чтобы маленько из дома маленько сменить картинку. Вика там уже, наверное, вышла. Ну, еще без пяти. Ну, без четырех. Ну, она вышла и одевается. Сейчас сама ребенок оденется, все, соберется. Придем, заберем. Готово ребенка, не надо стоять ждать. Я нормально, всегда четырем подъезжаю. Она всегда уже готовая стоит, меня ждет. Сладко. Удобненько. Поступать. Тебе предложили угостить, но надо одну печеньку брать, а не сразу там в пакете ковыряться. Ну, Вика, еще, говорит, я маме, говорит, возьму. Не, это на все время так. Я говорю, Вика,
Я говорю, не надо. А она все равно стоит возле этого пакета. Она мне с гимнастики всегда витаминку приносит. Им по одной дают, но у нее почему-то всегда еще для папы находится одна. Всегда. Я уже жду. Она тут пришла, одну съела. Я такой думаю, так, а папе витаминка где? Я говорю, Вика, ты что такая наглая? Мама тоже это сидит, улыбается. Типа, да ничего страшного, я разрешила. Дима, ну нагло, второе счастье, че, пусть молодец. Она так сказала? Не смущает нас мороз. Стоим это, замороженным. Обычный пломбир. Обычный пломбир, да? Да. Ну давай. Не помню, есть у нас ягода, нет дома. Ну а мы поужинали, и папа у нас занят делом важным. Мама ничего другого не придумала, как сказать, ранеточек нарежь мне, пожалуйста. Мы будем делать круассанчики. Почисти их от шкурки, я еще не закончил. Да ладно. Жаловаться тебе. Почисти их от шкурки. Ты это... мало почистил. Это адская работа. Вика тут помогает мне с тестом. Сейчас будут у нас вкусные круассанчики. Макс еще ужинает у нас, продолжает. Мороженое. А потом будем есть мороженое. Когда это будет? Когда это закинем в духовку, да, все верно. Папа старается. Стараюсь. Ну это последний, короче, который я зарежу. Пусть вот камера папы снимает. Который... Это последний, не надо меня снимать. Совсем не обязательно. Это старается. Ну, собственно... Все, да? С сахарочком сверху. Посыпем на круассанчики, будет огонь. К сахарочкам? Так. Что, последнего крутишь? Нет, у меня еще есть тесто. А? Ну, в смысле, на всех хватило этого вот. Яблочек. Вот первые в жизни круассанчики мои. Да. Балует меня второй день. Говорит, да зачем ты мне худой? Я тебе сейчас круассанов туда делаю. Сейчас договоришься, не будешь есть. Нет, я буду есть. Круассанчики мои. Ну все, ждем, что выйдет. Вика, ты видела, какая красота вообще? Нет. Иди погляди. На меня смотреть надо. Мама про меня говорила, я красивый. Нет. А, нет, она про круассаны, да? О, какие классные. Вообще, папа. Красивая мама, красивые круассаны. Мама сама в шоке. Мама в шоке. Так, ну что, Татьяна? Последние секунды, папа. Последние секунды? Терпение. Ну я нажму на терпение. Паузу. А дети трутся возле морозилки, мороженое там. Да, вообще ужасно. Поделить морозилку не могут между собой. Ням-ням, да, Макс? Это он знает слово. Да доставай уже, что-то какие-то 7 секунд, как будто вот реально это не имеет значения. Эти 7 секунд нам сделают огонь. Огонь? Так, Вика, отойди. Там горячо. Огонь. Какие? Пойдем. Толстенькие. It's beautiful. Не, они очень большие что-то. Вот эти вот хорошенькие. Но. А вот эти что-то бомба. Вика, ты Макса утащила куда-то, да? Пальчиковые краски. Пальчиковые краски сегодня у нас. Что-то вот синюю не могу открыть. Ну, сейчас человек с камерой поможет. Он разберется. Видишь, он сейчас войдет во вкус. О, розовый какой красивый. Я думаю, их надо раздевать, короче. Так мне что съемку кажется... прекращаем. Давайте сейчас крышки уберем. Я кружочек нарисую. Ой, какие красивые краски. Так, давайте вы подумайте. Цвета красивые. Цвета вообще классные. Что ты, папа, хотел? Надо придумать, наверное, что рисовать-то будем. Да. С Максом ты сейчас придумаешь. Макс уже придумал, мне кажется. Ну ты там можешь придумать что-нибудь. Это я рисую уже Радугу можно сделать какую-нибудь. Я сделала разноцветный кружок. В рот не надо. Ой. Все. Где салфетки у нас? Ну что, детей мы уложили. Блин, я ем. Ты ешь? Ты еще не готова говорить? И снова подбегает шоколадку. В общем, детей мы уложили. Сейчас маленько поработаем, тоже спать пойдем. Всем спокойной ночи и продуктивной рабочей недели. Да, впереди. Пока-пока.